Уважаемые ветераны, дорогие земляки, сегодня мы отмечаем 68-ю годовщину победы. Этот день навсегда вписан в историю России, вошел в сердце каждого ее жителя. Уважаемые ветераны, спасибо за то, что вы сумели выстоять и победить. За то, что после жесточайших боев за Родину смогли поднять страну и сделать Россию великой и уважаемой державой. Низкий поклон и благодарность всем, кто воевал на фронте, кто приближал победу, работая в тылу. Сегодня с болью и скорбью мы вспоминаем тех, кто остался на полях сражений, кто умер в концлагерях, кто ушел из жизни в послевоенное время. Вечная память и слава героям. Предлагаю почтить память павших минутой молчания. Спасибо. День Победы объединяет всех нас, независимо от возраста, места проживания, политических и религиозных убеждений. Это главный праздник нашей страны. Великая Победа связывает все поколения россиян. Мы, дети, внуки и правнуки победителей, несем ответственность за то, чтобы подвиг советских воинов не был забыт. Патриотизм, любовь к Родине, готовность стать на ее защиту – это главные качества национального характера, которые передаются из поколения в поколение. Судьбы наших земляков, внесших свой вклад в Великую Победу – это лучшие примеры для патриотического воспитания молодежи. Дорогие фронтовики и труженики тыла, вы – наша гордость и слава. Крепкого здоровья вам, долгих лет жизни, счастья, благополучия и только мирного неба над головой. С праздником, дорогие друзья! С Днем Великой Победы! Слово предоставляется участнику Великой Победы.